С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Теперь за каждую ошибку в теоретической части экзаменуемый будет получать по 5 дополнительных вопросов. У сдающего будет право совершить 2 ошибки. При этом неправильные ответы должны располагаться в разных тематических блоках. В дополнительных вопросах ошибки допускать нельзя. Скорректирован перечень ошибок, оцененных экзаменатором при проведении теоретического, практического экзамена в условиях дорожного движения. Изменены виды упражнений и введены временные рамки сдачи первого этапа практического экзамена. Установлены сроки и последовательность выполнения административных процедур и действий, связанных с проведением экзаменов, выдачей водительского удостоверения. Установлен порядок обжалования действий должностных лиц. Кроме того, на площадке водитель теперь будет сдавать 5, а не 3 упражнения. Практическую часть можно будет сдавать как на автомобилях с автоматической коробкой передач, так и с механической. Помимо этого, согласно новым правилам, процедуры, необходимые для получения прав, должны занять не более 30 рабочих дней. Подробнее о новых правилах читайте в следующем выпуске «Народной газеты». Андрей Творгов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».